Масштабные учения по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров проходят в городе Крымске и Крымском районе. В них принимают участие представители различных служб и ведомств, специально подготовленные специалисты, в обязанности которых входят предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров. Согласно замыслу, учения пройдут в несколько этапов. Сначала все силы будут приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. Затем предстоит этап организации работ и непосредственно ликвидация условных чрезвычайных ситуаций. Отработаем практические мероприятия. Это в первую очередь, это полиция у нас проводит оповещение. В случае отключения электроэнергии по маршруту вы выезжаете с председателем ТОС. Житник Валерий Петрович сейчас сразу в первую очередь отпускает полицию. Практические действия в городе и районе будут отрабатывать по двум водным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться на территории во время половодья и пожароопасного периода. В ходе учений были отработаны задачи по эвакуации населения в специальные пункты временного размещения. Им тут, если надо, оказывается первая медицинская помощь. Вот здесь, если необходимо, их госпитализируют. Отсюда, прям сразу в больницу. Дальше у нас по плану здесь стоит автобус, выделяется. И их здесь мы не держим. Здесь отсюда сразу мы отвозим в гостиницу. Отметим, что учения проводятся для проверки готовности максимального количества сил и средств, находящихся на территории нашего района. Такие масштабные учения пройдут во всех муниципальных образованиях края.